Всем привет, дорогие друзья! С вами я тут, и сегодня мы поговорим с вами о полетах. С давних пор у человека есть мечта летать. К сожалению, далеко не каждый человек даже в наше время может позволить себе полетать. Можно полетать виртуально, есть много всяких игр. Например, там War Thunder, либо World of Warplanes. Но, к сожалению, все эти игры не дают полного ощущения полета. Но сегодня речь пойдет не об этих играх, а о настоящей жизни. Итак, дорогие друзья, я приобрел в свой ангар вот такой коптер первого начального уровня, на котором все учатся летать, который называется Sima X5 HW. H обозначает, что он может зависать вот таким вот образом, а W означает то, что он может передавать информацию с камер, входящей в его комплект, на ваш смартфон, который уже будет ее писать. Ну что ж, дорогие друзья, давайте тогда пойдем посмотрим, что же у нас из себя представляет собой данный агрегат. Все поставляется вот в такой милой коробочке. Ссылку, где я покупал, оставлю чуть ниже. Можно будет туда перейти, посмотреть и купить. Смотрите за скидками, можно приобрести по хорошей цене. Иногда даже по цене чуть ли не дешевле Китая. На коробке у нас есть даже русские надписи, но при этом, к сожалению, инструкция была не на русском языке. Но об этом я коснусь немного позже. Что же идет в комплекте? В комплекте идет вот такой замечательный пультик, беленький, с красными вставками. Ни одно видео, ни одна фотография, на которой я видел, не позволяет передать цвет вот этих красных вставок. На самом деле они очень симпатичные, намного прикольнее, чем кажется. Идет в комплекте вот такая вот рыжая отвертка. Для работы пульта потребуется 4 батарейки. Но при этом батарейки в комплект не входят, их придется вам докупить отдельно. Собственно, это единственная вещь, которую вам придется докупить для того, чтобы пользоваться этим комплектом. Итак, помимо вот такого замечательного пульта, у нас идет еще вот такая замечательная прищепка, которую можно использовать в разных ролевых играх. Ну, в общем, в эту прищепку вставляется телефон и мой старенький нот. Тоже сюда влезает, причем влезает, смотрите, с каким большим запасом. Тут вот получается вот такой вот большой зазор. Сюда можно вставить телефон намного большего размера и, может быть, даже телефон 7-дюймовый с очень тонкими рамками. Вот таким вот образом крепеж фиксируется на пульт. Вставляется в него телефон, и вы можете использовать это совместно. Помимо мега-прищепки для ролевых игр и аппаратуры управления, в комплекте идут 4 винта запасных. Сейчас 4 винта стоят непосредственно на самом коптере. Такая симпатичная отвертка морковного цвета. Идет аккумулятор на 500 мА. Чуть позже я вам его покажу. Идет кабель для зарядки аккумулятора, который вы можете вставить в компьютер, либо в зарядку и зарядить его. Ну, такой используется нестандартный разъем здесь. Разъем не такой, как на старых X5. Вот такой вот аккумулятор используется. 500 мА, 3,7 вольт. Ну и сама камера, с помощью которой можно передавать видео на ваш телефон, смартфон и контролировать полет. Также входит инструкция на языке потенциального противника. На русском языке нет. На китайском тоже, как удивительно, нет. И вообще, китайских знаков практически на данной модели нигде не указано. Вот весь комплект у нас в сборе. Коптер, запасные лопасти, камера, батарейка, отвертка, зарядка, аппаратура. И вот еще такая бумажка была с единственным китайским посланием. Не знаю, это, наверное, предсказание какое-то, знаете, как вот в печеньках бывает.
Итак, давайте произведем взвешивание. Сам коптер без батареи весит 110 грамм. Если положить батарейку, в полном комплекте будет весить 127-128 грамм, где-то так. Если же мы снимем камеру, то вес его снизится до 115 грамм. Сама же камера, можно посчитать, сколько весит. Весит порядка 11-12 грамм, так как в ней нет аккумулятора, и аккумулятор используется от коптера. Я слежу за вами. Никуда не уходите. Давайте взвесим аппаратуру. Она сейчас вместе с батарейками идет. Общий вес составляет 257 грамм. Достаточно легко лежит в руке и ей удобно пользоваться. Давайте рассмотрим коптер поподробнее. Я расскажу, что мне нравится, что не нравится. Мне очень нравятся вот эти вот винты крепления, это саморезики. Нравится то, что нижняя часть моторчиков прикрыта вот такими заглушечками, чтобы туда лишний раз ничего не набивалось. Очень нравится материал самих ножек. Они такие мягкие, пружинищие. Ну, чем-то на резину похоже, но, конечно, это не резина. Основной фишкой этого коптера является возможность вот таким вот образом зависать, так как в нем присутствует барометр. И, как вы видите, я не управляю, но при этом коптер прекрасно зависает и никуда не движется. Давайте установим приложение на наш смартфон. Находим приложение, которое называется Sima FPV. Устанавливаем его. После установки мы включаем с вами коптер с подключенной к нему камерой. Далее зайти в ваш смартфон, включить Wi-Fi, зайти в список Wi-Fi, найти сеть, которая начинается на FPV Wi-Fi. Окончание у нее будет варьироваться в зависимости от вашего коптера, и подключиться к ней. Находите программу у себя на телефоне и запускаете ее. И вот таким вот образом у нас будет выглядеть трансляция, идущая с камер. Как видите, качество камеры, к сожалению, не очень хорошее. Ну, здесь 640 на 480, в общем, лучшего, к сожалению, ожидать и не следовало. Можно фотографировать, можно снимать. Сразу камера пишет на память телефона. Ну, таким вот образом можно наблюдать, как это выглядит на улице. Вот таким вот образом можно посмотреть в помещении, как снимает. В любом случае, естественно, это камера не для съемки, а для именно того, чтобы летать по этой камере, так как сигнал передается по Wi-Fi, вы в прямом видимости можете по видеосигналу летать. Передается с задержкой, картинка, в общем-то, пропадает, но в любом случае как-то ориентироваться можно. Если вы хотите летать на данном коптере именно с FPV, то здесь следует, наверное, приобрести более какой-то дорогой комплект. Ну, либо коптер другой сразу, либо есть специальный комплект, который работает на другой частоте, не на частоте Wi-Fi 2,4 ГГц, а на 5,8. И там дальность будет значительно выше, и картинка будет передаваться значительно качественнее. Плюс сама запись будет более высокого уровня. Ну, тут, опять же, уже смотрите, что вам нужно. Ну, а я с вами прощаюсь и пойду учиться летать. Пока, наверное, даже еще не на коптере, а вот на таком воздушном шарике учусь. Для начала пройду обучение для новичков, и мы продолжим с вами летать в следующих видео.